Друзья, вы знаете, что в колоде есть свои серые кардиналы, карты, которые реально управляют всем, что происходит в ней. И сейчас я хочу проверить вашу интуицию, чтобы вы нашли их. Я буду сдавать карты и попрошу вас остановить меня на первом сером кардинале. Здесь? Как вы думаете, дама пик может являться таким серым кардиналом? Ответ мы узнаем очень скоро, а пока что я попрошу вас остановить меня на втором сером кардинале. Здесь? Как вы думаете, семерка червей может быть таким серым кардиналом? Ответ мы узнаем буквально через секунду. Главным признаком таких карт кардиналов является их окружение. Эти карты в буквальном смысле слова окружены самыми денежными картами в колоде. Тузами.